Нашел? Да, давай, давай, вытаскивай. Давай. Давай, 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 давай. Аккуратнее, аккуратнее только, аккуратнее. Вот она. О, красавчик. Привет, друзья! Я встретился с двумя своими подписчиками. Их обоих, на удивление, зовут Артём. Мы все тёзки. Трое Артёмов. Мы сейчас пойдем в торговый центр, будем играть в автоматы. Ну все, собственно, как обычно, посмотрим, какие они призы смогут выиграть. Я им, естественно, дам деньги. И, наверное, у вас сразу возникнет вопрос. Откуда такая щедрость? Откуда у меня вообще такие деньги? Ну, на самом деле, все очень просто. За счет одного интересного и очень крутого сервиса, где самые большие выигрыши, быстрые выплаты, высокие коэффициенты. В общем, ребят, мы уже в торговом центре. Как видите, тут достаточно много автоматов. Они в этой стороне, они в той стороне. Вон туда, вон покажи. Вот, там много автоматов, но их с этого ракурса не видно. Артемы, в какой автомат в первый вы хотите поиграть? В 100%, например, или может в хватайку, или в снайпер? Во что? Решайте. 100%, да. 100%, да? Ну, все, давайте тогда в него начинаем. У меня здесь в кармашке, как обычно, в каком-то из кармашек, стопочка с баблом. Вот она, да. Я вам сейчас дам сначала каждому по 100 рублей, а тебе 100 рублей и тебе 100 рублей. И вы уже можете на цуефа решить или как-нибудь так, кто первый будет играть. Бумага. На камень-ножницы. Давай. Раз, два, три. Камень-ножницы, бумага. Раз, два, три. Так, получается... Так, Артём первый. Артём первый. А ты будешь Артём второй, а я Артём третий. Ну, я, наверное, попытаюсь увидеть пауэрбанк сразу, прям за соточку. Пауэрбанк, нифига себе. Мне кажется, что у тебя Давай. Не получится, потому что он все-таки его еще никто не пытался выбить, по крайней мере. Ну, попробуй. Ну, только если прям ровно-ровно. Полезная вещь, я постараюсь, да, конечно. Имей в виду, толкатель обратно не едет, он только вправо. Так что можешь легкими вот такими вот движениями вот так вот вправо его вести. Достаточно быстро. Да. Давай. О, блин, смотри, ты впечатал его в стекло. Ё-моё. Ладно. Это все, это минус 100 рублей, типа, типа теперь попытка Артема номер два. Артем номер два, давай, начинай играть в этот супер автомат. Все, засунул. Так, ты что будешь убивать? Может, ты помудрее поступишь и будешь убивать не призы 100 рублей, а какие-нибудь два приза по 50? Типа, вон там есть держатели для телефона, спиннера. А смотри, а в принципе, мне кажется, можно в теории попробовать выбить наушники. Мне кажется, да, в теории смотри, можно попробовать выбить. 100 рублей. Или конфетки. Да, или MP3-плеер, кстати, тоже неплохо. Ну, и вот самое, да, вы слушай, вот те конфеты неплохо лежат тоже, да. Ну, давайте тогда, я тогда попробую конфеты. Конфеты? Да. Давай. Ну, лавки, да. Жвачки. Жвачки, давай. Мне кажется, они упрутся в самый бок. Нет, мне кажется, еще. А все, там дальше уже никак. А, никак? Значит, давай подним. Ой. О-о-о! Йоу, что это было? Почему она? Че? Это ты отпустил кнопку или автомат? А, это ты отпустил кнопку. Надо было ее отпускать именно в тот момент, когда толкатель навелся на жвачки. А ты просто один раз нажал. Так, теперь смотри, получается, у тебя 70 рублей. Да. 75 рублей. Ты можешь попробовать двух мишек. Нет, ты можешь попробовать еще раз ловись и еще сыграть за мишку. Либо сразу играть за мишку. Нет, давайте я лучше сразу поиграю за мишку. А лучше, может быть, того коричневого, который уже почти. Не надо. Так, давай. Давай, один раз нажимай. Все, сейчас. Да боже мой! Что это за троллинг? Реально, автомат нас просто троллит. Ну, в принципе, сейчас можно двух мишек выбить за один раз, если постараться. Можно сразу и розовый, и коричневый. Да. Давайте попробуем. Попробуй в розовый. Попробуй, да. Попробуй ударить в розового. Так, еще раз нажми. Вот так вот. Давай. Да, ты его сейчас выбьешь. Да, сразу! Первый раз, чувак, вот ты красавчик на самом деле. Проверяй, чтобы они были при самом отсеке. Потому что они могут не выпасть. Да, выпали. Выпали? Офигеть. Все круто, реально. Реально с одного... Покажи, покажи в камеру. Зайцев сразу. Ну, в нашем случае не зайцы, а мишки. Но да, они молодец. Из того места. Да, и смотри, у тебя даже еще есть одна покупка. Так что ты можешь выбить еще даже одного мишку. А можешь еще использовать такой же свой коронный суперудар и пытаться выбить еще двух. Вон, розового и белого. Тут, конечно, будет уже посложнее, но... Попробуй нацелиться в розовый, может быть, повезет. Ладно, я попробую. Да, вот так вот. Хотя... Мне кажется, уже проехал. Да, ты уже проехал. Давай белого, давай белого. Придется только белого, разве что, да. Во, во, стоп. Во, вот, да, вот так. Да. Ой-ой-ой. Три мишки. Мы выиграли уже трех мишек. Точнее, Артем номер два выиграл уже трех мишек. Маленькими шажочками, вот так, да. Еще немножко. Еще немножко. Вот так. Сдевайся. Он решил тебя затроллить. Да, все. Все. Чувак, ты просто пушер номер два. Серьезно. Офигеть. Ты меня так троллишь, не могу. Да, теперь ты должен показать мастер-класс. Маленькими шажочками, очень маленькими. Так.
отскочил, по-моему, нет? Нет, по-моему. Нет? Или идеально? Я сам не понимаю. Да. Красавчик! Бабах! Бабах! Наконец-то! Забирайте. О, мой первый выигрыш в такие игры. А ты можешь его сразу открыть? Покажи. Мне просто интересно, там, духи? Да, это духи. Я сначала подумал, что... Давай продегустируем. Какая-то палка. Фу. Ну, ладно, поздравляю тебя. Допустим, это хорошие духи. А типа, если я выиграю вот прямо сейчас вот пауэрбанк, то он не выдадется, да, пока я не закончу? Я думаю, ты, что он ты не пауэрбанк, доведется. Да, он не доведется до пауэрбанка. Он доведется только до того приза, который стоит 50 рублей. То есть либо до лобы, либо до держателя для мобильного телефона. Объясните мне, вот доезжает эта штука до сюда, доезжает эта каретка? А, нет, смотри, ты можешь еще вон провод выиграть для айфона, либо еще одни духи китайские. Но у меня нет айфона. Да? Ну тогда у тебя выбор. У тебя выбор очевиден. Либо мишки, либо духи. Либо ассорти. Да, ну либо держатель мобильного телефона. Но я так понимаю, у тебя машины тоже нет, чтобы пользоваться этим держателем. Ну ладно, давай. Ой-ой-ой! Чёрт! Понадейся на рандом. Давай, выиграл. Я выиграл призовой слот. Ты выиграл призовой отсек, все верно. Попробуй еще раз так рандомно, может, что-нибудь достанешь. Только подальше клешню отведи, вот куда-нибудь сюда, да. И вот здесь можно рандомно раскачать. О, да, смотри, когда... Какой ужас. О, ты второй раз слишком рано нажал. Да, надо было второй раз не нажимать. Я забыл, да, да, надо было нажать только тогда, когда она опустится до самой игрушки. Окей, а ну-ка здесь давай попробую так же раскачать. Давай. Может, это новый метод, новый способ вытягивать игрушки. Смотри, зацепил огромный. Смотри, какой он большой. И ты почти его выиграл. Да, ты можешь еще раз попробовать. Попробуй. Поехали. Успокойся. Нажимай. Отлично. Слишком рано пошел второй раз. Давай, с Богом. Да, я это как раз хотел сказать. Да, все, хорош. О, да, зацепил. Да! Автомата. Я не знаю, теперь что нужно это? Понять, что это такое. По всей видимости, это какой-то разноцветный крабик. Это крабик из ЛГБТ. Так, ребят, давайте я все-таки попробую вам показать мастер-класс. Может быть, у меня получится. Я попробую вот этот вот злосчастный мячик. Давай, давай, хватайся. Ну, он сейчас должен. У тебя нет с собой магнита, случайно? Нет. Так, жмем. Давай, хоть что-нибудь. Надо. О, зато я теперь ее вытащил, смотри. Сейчас я ее выиграю вообще на изичах. Смотри, вот так вот, вот так вот. Давай пушер. Да, сейчас и сделаем. Пушер. Давай, 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 держи. Да! Смотри, Ghostbusters. Так, давайте теперь в этот толкатель, ребята, поиграем. Смотрите, тут дырочки с каждым рядом все уже и уже. Я думаю, можно попробовать сначала за нижний ряд поиграть. Вот там какие-то крутые MP3 колонки. Давайте, кому я дам 100 рублей из вас? Артема. Давай, попробуй ты первый. Да, тут тоже будет 4 игры. Давай, засовывай. За деньги. Попробуй вот либо за красную, либо за ту. В общем, за самый нижний ряд, потому что тут самые широкие дырки. Я давай. Попытаюсь вот красную выбить. Давай. О, прям медленно идет, прям хорошо. Да. Надо было чуть-чуть попозже. Чуть-чуть попозже. Давай еще раз, не расстраивайся. Давай вовремя. О, чего вот там вообще чуть-чуть? Еще чуть-чуть, чуть-чуть выше. Еще чуть-чуть повыше. Мне, наверное, подписчики просто будут ненавидеть, потому что я даже самый нижний ряд не могу выбить. Ты сможешь, ты справишься, я в тебя верю. Еще две попытки. Еще... А, нет, погоди. Да, еще одна попытка осталась, потому что игра стоит 25 рублей. Чуть-чуть попозже, главное, отпусти. О, что? 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 Вы это видели? Он туда зашел и вышел. Нет, он как-то... Он, видимо, зацепился за нижнюю значит, край. Миллиметр. Так, остановили. О! Yes! Yes! Пауч, пауч, пауч. Так, еще одна попытка. Может, сейчас еще одни вытащу. Стой. Второй попробуй. Да, давай. Сейчас раз вторую попробую. Сюда, сюда, левее, 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 левее. Стоп. Давай, так. С первого раза. С первого раза сейчас пробую. О, ну почти. Ну ладно, хотя бы одни мы выиграли. Так, лезем призывной отсек. Подсними. Подсними все это. Опять не... Тут ничего нет, оно не выпало.
Крышка призывного отсека не открылась. Так, может туда пролезть и вручную ее открыть? Только мне кажется, я туда не пролезу. Если так, вот как раз... Давай ты попробуешь. Да. Давай, попробуй. Стой. Аккуратней, только аккуратней. О, офигеть. Посмотри на это. Не открывается? О, аккуратней только. Ух, вот это жесть. Жесть просто. Тут реально ничего не открыть. Не открыть, да? Аккуратней вылазь. Аккуратней вылазь. А ты попробуй. Там не открыть, реально. Попробуй спиной. Давай, попробуй теперь ты. Артём. Какой есть? Перевернись и попробуй так залезть. И там... Подожди. Так, подожди. Как вам обращаться? Только реально аккуратней, чувак. Все нормально, все. Не смотри. Жесть. Ты точно сможешь? Открыл? Нашел! Давай. Да, давай, вытаскивай. Давай. Аккуратнее. Вот она. О, красавчик, чувак. Молодец. Смотрите, все. Мы выиграли этот MP3 плеер, или что, это колонка, да? Это колонка. Мы ее все-таки вытащили благодаря Артему. Он открыл призовой отсек вручную. А выиграл ты, да? А выиграл я ее сам. Ну все, ребят, как видите, мы выиграли сегодня достаточно много призов. Тут не хватает только духов, потому что кое-кто их разбил случайно абсолютно. Но ладно, неважно, все равно мы окупились. Мне кажется, мы сполна окупились. И школьники наши большие молодцы, они хорошо постарались. Даже в автомат залезли ради этого. Так что все круто. Спасибо вам большое, было с вами приятно познакомиться. И спасибо вам, друзья, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также не забывайте писать свои комментарии, потому что я все их читаю. А с вами был, как обычно, Пуша. Пока. And all the time, no,